Всем привет! Вы на канале Злата ТВ, и с вами ваш тренер Зубенков Андрей. И это рубрика «Старт». И у нас в гостях чемпион Рома Барковский. Ромка, привет! Покажи, пожалуйста, что у тебя на шее висит. Это что? Это медаль. Медаль, покажи. Давай посмотрим. Видите? Написано «Медаль участника 2020-2021 в хрустальном мече». Это турнир такой. Вот медалька. Скажи, пожалуйста, за что тебе дали эту медаль? Ну, я ее завоевал. Хорошо. Сколько голов ты забил на турнире? Пять? Пять. Вот. Или больше? Восемь? Вот, так много, молодец. А я напомню, Ромке всего лишь сколько лет? Пять. Ему 5 лет, и он участвовал в турнире за команду 2013 года. То есть он 2015. И он забил 8 мячей. Вот это молодец. Скажи, пожалуйста, у тебя есть мечта? Да. Какая? А, ты хочешь стать великим футболистом и выиграть Лигу Европы и Лигу Чемпионов, наверное, да? А хочешь играть за эту команду? Да. Что это за команда? Барселона. Вау! Так что пожелаем удачи Ромке, чтобы он вырос обязательно футболистом Барселоны. Всем пока. Ромка, попрощайся. Пока. Пока.